Сентября город Новосибирск возле мэрии проводит пикет в поддержку политзаключенной Марии Пономаренко. Елена. Да, здравствуйте. Есть новость. Будет проводиться аукцион от партии «Яблоко» 13 сентября в 19 часов в пользу восьми, да, в эту среду, в пользу восьми политзаключенных, в том числе Марии Пономаренко. Мария Пономаренко – это общественница, предприниматель, мать двоих детей из Барнаула. И сейчас ее, по-моему, на 6 лет посадили за то, что она разместила фотографию в интернете. Просто фотографию. Вот. В общем, в ее поддержку и еще семерых человек партия «Яблок» проводит аукцион. Можно по ссылочке зарегистрироваться, под этим видео будет. Принимайте участие. Можно там в каком-то специальном чате отслеживать, как этот аукцион проходит. Ребята, правда, поддерживайте наших политзаключенных и приближайте их освобождение. Спасибо.